Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Ольга Савкина, садовод-гид. И сегодня я в гостях у Юли. Прошлый ролик получила большой такой всплеск эмоций. Очень понравилась Юля, понравился ее товар. Была Италия тогда. Сейчас сменили они ассортимент. Тут Корея. Очень большой ассортимент трикотажа. Будут костюмы, будут брюки. Прекрасные цены. Я на себя уже примерила одну из кофточек. Посмотрите, сколько тут страз. Стразы шикарного качества. Ничего не отпадает. Можно стирать в машинке. И самое приятное, что все модели, они интересные, креативные, ну, собственно, как и вся Корея. Размерный ряд 46 до 60 размера. Давайте смотреть обзор, я думаю, будет интересно. Поехали! Здравствуйте, Олечка. Рассказывайте, что у вас нового, интересного? Вижу, что очень все ярко. Очень все ярко, Оль, очень все новое, очень все интересное, на любой вкус. И размерный ряд у нас больше, чем в Италии. Ты же знаешь, ты приходила, она снимала в Италии. Это в сезон был, сейчас у нас сезон осенний. Это вот Корея, все вот красивое, костюмы, все яркое. Есть, естественно, и без страз, потому что, сама знаешь, Олечка, не каждый человек любит стразы. То есть на любителя. И размеры у нас будут в этот раз до 60-го включительно в некоторых моделях. Потому что, ты знаешь, у нас в основном мы работаем 48-54. Да. В этот раз у нас будет по 60 размер в нескольких моделях. И я девчонкам обязательно скажу, в каких моделях. Отлично. Олечка, ну что? Давайте приветствуемся, да? Да, девочкам, новичкам напоминаем, где мы находимся. Город Москва, 14 километр МКАД. Рынок Садовод, 20 линия, 86-88, двойной контейнер. Девчонки, все номера телефонов будут указаны под видео. Ну и что, Олечка, поехали, будем рассказывать, да? Ну и давай начнем с первого костюма. Очень интересный костюм, Оль. Это моделька по 54 размер. Вот штаны. Вот так вот он смотрится. Его цена 3000 рублей. Цена в нем тоже очень хорошая. И давай девочкам расскажем подробней. Так, штаны у нас полнопосадочные будут, полномерные. Круговая резиночка. Это все трикотажик. Трикотаж, ну, не плотный, такой, две нитки, да, скажем, вот на сегодняшнюю погоду, да, и чуть туда попозже. Так, Оль, он есть у нас вот такой расцветочки, показываем. Потом он есть у нас с таким принтом. Эти костюмы 3000 рублей, именно вот эти вот модели. Тоже 48-54. Следующая моделька у нас. Здесь уже идет плотный катончик. Вот костюмчик. Штаны также полномерные, полнопосадочные. По 54 размер. Штаны у нас идет комбинация катончика и трикотажа. Здесь видишь такие необработанные края. Очень красивый. И вот из под него куртка. И курточка у нас тоже, Олечка, она по 54 размер, вот такая интересная, смотри, какой капюшон красивый, здесь полноценные карманы, видишь, необработанные края, костюмчик очень красивый, сидит он очень хорошо, цена данной модельки 4800. Следующая моделька, это то, что я говорила, размеры побольше, эта моделечка 50-58 размерная сетка. Здесь на девчонок, кто рост 1,75 м, 1,78 м, то есть штанишки будут полномерные. Вот такой накладной карман. Видишь, по бокам такие стразики. Сзади чистое полотно. И что очень хорошо, штанишки со стрейчиком. То есть здесь 58 размер включительно. И вот у нас кофточка, также она со стрейчиком, два накладных кармана, вот так вот интересная обработка, скажи, незначительные стразики. И вот такая вот комбинация, сзади надпись. Очень красивый костюм,
по 58. И цена данного костюма 5200 рублей. Так, я сейчас девочкам покажу, Оль, сначала костюмы, а потом уже пойдем дальше. Следующая моделька костюма по 54 размер. Катончик, кофточка, штанишки полномерные, полнопосадочные, на круговой резинке. Ну вот, вот так вот он смотрится. Цена данного костюма 4800 рублей. Следующая модель очень интересная у нас. Вот такой костюм тоже. Вот такой. Здесь, смотри, комбинация интересная цветов. Сзади необработанные кармашки. Вот. Спереди такие, как латочки сделаны. Здесь штанишки тоже не 7/8, они будут полномерные. То есть на девчонок ростом 1,75, 1,78 они будут хорошо сидеть. Здесь катончик. И размерная сетка 48-54. И цена данного костюма 5200 рублей. Следующий у нас костюм будет трикотаж. Размерная сетка 48-54. Здесь девчонки двухнитка. Снизу вот так вот, видишь, здесь сделана как бомбером кофточка, да? Угу. Штанишки полномерные здесь тоже и полнопосадочные. И цена данной модельки будет 3000 рублей. То есть трикотажик получается по 3000 у нас. И давай, Оль, приступим к размерам, которые я тебе говорила, что на девочек по 60-й. Здесь, да, очень класс. Здесь по груди, не в растянутом виде, 135. Стрейчик присутствует, 140, 144, спокойно. Вот такие из эко-кожи вставочки, очень интересные. Вставочки на карманах. Карманы здесь накладные, карман глубокий, катон и брючки. Брючки также, что очень хорошо, они полномерные. С моим ростом 1,67 м, ты понимаешь, да? Ну, то есть на девчонок 1,75 м, 1,78 м будет очень хорошо. Штаны со стретчем тоже. Если не в растянутом виде, по бедрам 130. Ну и, естественно, можно растянуть 138 спокойно. То есть по 60 включительно. Здесь размерная сетка больше подойдет. 52-60. И цена данного костюма 5200 рублей. И он еще есть, Олечка, в белом цвете. И я сейчас продемонстрирую. Спина еще у него. Да, спина очень красивая, обрати внимание. И вот он в белом цвете. То есть данная модель в белом и в черном цвете. Следующая моделька у нас будет чуть поменьше, по 58. Катон со стретчем тоже, накладные карманы. Видишь, разные. И зеленое сочетание, и красное с черным. Очень красиво смотрится. Штаны также полномерные, полнопосадочные. Здесь тоже вот полноценный карман, необработанные края. Очень интересные. Ну, брючки очень интересные. И костюмчик также яркий. Его цена 5200 рублей. И вот смотри, как он смотрится. Спинка здесь тоже, обратите внимание, очень интересная. Как замочек сделано. 58, Оль, здесь включительно. И цена 5200 рублей. Следующая у нас необычная моделька, очень необычная, многим нравится. Эта моделька идет по 60 размер включительно. Здесь также полномерные полнопосадочные брючки, круговая резинка, вот такие необработанные края на кофте и вот имитация замочка. Также катон идет со стрейчиком. Цена 5200 рублей по 60 размер. И всеми любимая моделька, это все новинки Оли этого сезона. И любимая всеми моделька, я сейчас покажу еще одну. Вот такая вот модель, здесь кофта идет бомбером, накладные карманы, также стрейч с катоном, полномерные брючки, цена 5200 рублей. И эта моделька по 58 размер, тоже очень интересное сочетание цветов. Следующая у нас модель, эту мы ее получили уже последнюю, буквально мы ее вчера получили. Неимоверно классная модель, смотри. Здесь вот стриженный велюрчик. Очень классная моделька. Накладные карманы, замок, незначительная, скажем так, надпись. Брючки я сейчас девочкам покажу, они также полномерные. Резинка здесь снизу, не давящая.
Очень хорошие брюки, и эти костюмы идут в расцветках. Цена данной модели 6100 рублей. Ну, потому что Оль, он теплый, и в нем можно ходить в этой кофте всю зиму, конечно. И вот смотри, идет в красном цвете, в зеленом цвете, в белом цвете. И еще есть в желтом цвете, это мы девочкам покажем, он у нас на витрине. Следующая моделька, вот такая трикотажная модель, это, ну, на сейчас, скажем так, ходить, да. Естественно, это не такой, как этот зимний совсем, или не катон, это трикотажик, имитация замка, здесь имитация кармана, мы его смайлик называем, потому что смайлик нарисованный. И также на брючках, брючки манжетные, полнопосадочные, полномерные, тоже имитация замка, и вот здесь смайлик личика, да. Размерная сетка здесь будет, Оль, 48-54 максимум. И цена данной модели 4800 рублей. И расцветки. Вот он есть в белом цвете, в черном цвете с белым. Фуксии с черным тоже очень красиво смотрится. И в сирене тоже с черным. То есть в этой модели 4 расцветки. Девчонки, еще одна модель у нас есть, это трикотаж тоже. Здесь размерная сетка по 54, даже 56 включительно. Здесь идет двунитка, но это для любителей, девчонки, стразиков. Цена данной модели 4600 рублей. И идет он только лишь, Оль, в белой расцветке. Ну, вот девочкам покажу, вот она двухниточка. Очень классный костюм тоже, он всеми любим, мы его все, этот костюм, любят. Многие просили кардиганы у нас, Оль. Посмотри, какую мы получили красоту. Просто классный кардиган. Значит, здесь он идет у нас с тигром. Потом вот такой круг. Потом вот такие крылья очень красивые. И сейчас я вам еще покажу вот такого мишку. И расскажу. Замок с капюшоном, это уже трикотаж поплотнее. Размерная сетка здесь под 54 размер включительно. И цена данной модельки 3600 рублей. Следующая наша новинка. Вот такой прикольный заяц. Но это для девчонок, кто любит стразы, да? Смотрите, смотри, Оль, замок здесь. Вот такой вот, видишь? Да. Можно как бы расстегнуть, да? Размерная сетка, это трикотажик. Это легенький трикотаж. Размерная сетка здесь 48-52. Ну, вот так вот, чтобы сидел идеально, скажем так. Можно и на 54 одеть, но в идеале 48-52. И расцветки. Зеленый. Красный. Тоже классный. И вот такой вот черный. Ну, не все любят укороченный вариант, да? И у нас есть вот такой тоже веселый заяц. Он идет в удлиненном варианте. А здесь размерная сетка 48-54 включительно. И здесь очень хорошо паховая зона прикрыта. То есть девчонки могут под лосинчики одеть, там под брючки какие-то прикольные. Без... Конечно, да, сейчас оверсайз это очень модно, Олечка, и ты знаешь. И цена данной модели 3400 рублей. И, по-моему, я эту цену не сказала, Оль. Это тоже 3400 рублей. Так, сейчас перейдем дальше к красоте. Тоже у нас вот, вот такой прикольный зайка. Ну, здесь уже не такое большое количество страз. Это уже идет трикотажик поплотнее. Ну, это прям уже туда всю зиму можно ходить. Сзади вот такая прикольная. Здесь спина вязка, то есть комбинированная, да? Если спереди трикотаж, то сзади вязка. Цена данной модели 3400 рублей и размерная сетка 48-54 включительно. Вот такая двунитка мишки. Тоже стразики. Это сейчас очень модная тема. 48-54 размерная сетка. Цена данной модели 3400 рублей. И, девчонки, идет в единственном, в одном цвете. Вот в такой сиреньке. Девчонки, ну и следующая моделька. Смотрите, это уже более на сейчас. Тоже трикотажик легкий. Стразики вот такие, крестики, сердечки. Цена 2500 рублей. Размерная сетка 48-54. И в двух расцветочках черный
и белый. Я же говорю, это уль на сейчас ходить, скажем так. Сентябрь, ну, смотря по погоде, может быть, в сентябре еще будет плюс там такой, что в футболках ходить никто же не знает. И вот, как я вам показывала предыдущую модель, только вот с таким мишкой, тоже интересным, тоже стразики. Ну, сейчас тема стразики. Это очень модно, и это очень стильно, да, на данном этапе. И цена данной модели 2500 рублей, размер наседка 48-54 включительно. Идем дальше. Идем к нашим стразам, которые мне нужна палка. Вот смотри, Оль, сколько у нас на этой стене страз. Очень большое количество. И давай девчонкам покажем. Вот такой мишка. Он есть в белом цвете и в черном цвете. Здесь тоже паховая зона прикрыта, но это уже тоже потеплее идет у нас хлопочек. Смотри, это уже, то есть можно всю зиму ходить. Смотри, какая здесь красивая спина. Красивенная спина. Модель стоит 3400 рублей. И размерная сетка 48-54. Мишка есть в белом и в черном цвете. И сейчас покажу еще одного мишку. Вот такой прикольный в шляпе. Здесь тоже размерная сетка 48-54. Вот такие сзади крылья. Паховая зона прикрыта, тоже можно и под лосинчики, и под брючки, и в двух расцветочках. В белом цвете и в черном. Покажем сейчас дальше. Вот такой тигр. Тоже в очках. Размерная сетка 48, здесь 54 тоже. Вот такие стразы. Ну, классный он, конечно. Да, но видно, качество хорошее. Качество у нас очень хорошее. Девчонки, кто у нас покупал, все уже знают, что у нас качество отличное. Цена данной модели 3300 рублей. Идет тигр без капюшона. Если мишка вот с капюшона и без капюшона, тигр я вам показала без капюшона. И я вам сейчас перейду и покажу его с капюшоном. Здесь вот такие тоже крылья. Капюшон присутствует. Ну, кто любит капюшон, кто не любит. Правильно? Нужно под всех клиентов. Тоже вот такой тигр, надпись. Ну, здесь очень красиво. Ничего не скажешь. Что здесь сказать? Ничего не скажешь. Цена 3400 рублей и расцветки. Вот такой вот он. Не шоколад, Оль. Ну, вот сама видишь цвет. Какой-то очень интересный. Ну, назовем его, скажем так, шоколад, да? Потом черный и... Вот такой вот в белом цвете. Тоже очень-очень красивый. Так, следующая моделька у нас идет. Вот такая вот с капюшоном. Ну, здесь уже поменьше страз. Это для девочек, кто не особо любит совсем все яркое. Вот такой лампас здесь тоже из страз. Размерная сетка 48-54. Здесь еще интересно, можно снизу подзатянуть хлопочек. Цена данной модели 3300 рублей. Ну и следующая моделька тоже очень классная, новинка этого сезона. Вот такая трикотажная кофточка. Олечка, подойди ближе, покажем пайетки. Как всегда, пайетки, стразики. И в двух расцветочках. Хаки и вот такой серый. Цена данной модели 2900 рублей, 48-54. Следующая моделька у нас вот такое худи прикольное. Да, Олечка. Это сейчас такая мода. Реально вот такой ярко, да. Видишь, какая-то жаба в очках. Не знаю. Здесь в идеале размерная сетка 50-58. Цена 3400. И есть жаба такая. Сейчас тебе покажу еще дальше. И вот такая кукла. Что она делает, я не знаю, честно. Вот в белом и в черном цвете. Здесь тоже... 50, Оль, посмотри, она довольно такая просторненькая. 50-58, спокойно на девчонок сядет. Здесь паховая зона прикрыта. Ну, с моим, конечно, ростом понятно. 1,67 м, да? 1,65 м, то есть. Ну, и в девчонке у нас меряла 1,75 м, паховая зона была прикрыта. То есть, вот эти вот три модельки, они будут по 58 включительно. И цена, я говорила, не говорила, я уже не помню, 3400 рублей. Еще, как я и обещала девочкам... По 58-60. Вот такие 3D-мишки. Посмотри, какие классные перевертыши. Здесь можно подзатянуть. Это тоже хлопочек. Она легкая, Олечка, вообще сама видишь. Двухниточка.
Вот такие мишки-перевертыши с капюшоном. И Олечка, она довольно-таки просторная. 58, спокойно. И цена 3400 рублей. Сейчас покажу вам еще зайчиков. Вот такой у нас есть зайчик. Это уже полегче трикотажек. Сзади на спинке вот такая булавочка интересная. Ну вот, покажи ближе. Здесь вот такие бусинки. Ну, скажем так, не такое яркое, как я показывала перед этим. Да? Здесь размерная сетка 48-54. И цена 3400 рублей. Следующая моделька у нас очень интересная. Смотри, вот такое сердце, пайетки по рукавам. Видишь? И здесь, Олечка, она комбинированная. Здесь плащевочка и вот такой хлопочек с капюшончиком. Вот такая моделька. 48-54, даже можно 56. Цена 3400 рублей. И дальше идем. У нас вот такая тоже яркая модель. Здесь, смотри, идет трикотажик. А здесь вот видишь, рубашечка. Ну, рубашечного, да, рубашечного кроя рукава. Вот такие вот интересные. Эта моделька стоит у нас 2500 рублей. И размерная сетка 48-54. И тоже очень интересная следующая будет модель, которую я покажу. Здесь тоже, Оль, смотри, сзади вот сделано рубашечного. Видишь, рубашечной ткани на пуговичках. Надпись незначительная, здесь трикотажик. Вот такой интересный капюшончик. И вот спереди что-то там интересное нарисованное. Здесь размерная сетка 48-56. И цена данной модельки 3200 рублей. Олечка, и хочу еще девчонкам показать. Вот такие крутые мы получили тоже, смотри. То есть можно носить. Это, Оль, идет уже... Такое, ну как тепленькое, да уплотненное уже, естественно. Ну и сейчас, сегодня, допустим, холодная погода, одел сверху, как бы и пошел, да, вместо курточки. Сзади вот так вот замок сделан, здесь впереди карманы. Цена данной модели 3300 рублей и размерная сетка здесь по 56, 48-56 и в двух расцветочках. Олечка, вот такая у нас фуксия и вот такой вот черный цвет. То есть это даже ребенок может... в школу одеть спокойно. Вот такая тоже у нас идет, вот такой бомберочек, да, размерная сетка 48-54, здесь хлопочек. Кто не любит стразики, вот такие надписи, карман такой накладной. Интересная, достаточно интересная модель. Цена данной модели 2900 рублей. Следующую тунику я покажу, тоже она удлиненная и размер в ней... Сейчас покажу. Вот такая кенгурушка впереди. Смайл мы ее называем. Спереди такая кенгурушка. Это, Оль, уже, ну вот попробую, это уже поплотнее. Это уже прям можно в зиму всю зиму носить. Сзади вот такой заяц. Здесь размерная сетка 48, 54, 56 включительно. И цена 3300 рублей. Здесь идут расцветки. Вот такой хаки. Черный. Фуксия. И электрик, тоже очень красивый. Ну, без страз в этом году никуда, да? Да. Опять. Вот такие, вот такой бомбер, стразы, буква М здесь, ну и вот, еще что-то там написано. Со стразиками, Олечка, у нас, ты знаешь, качество хорошее, у нас они не отлетают при стирке, ничего, за это можно не беспокоиться. Размерная сетка 48-54, и цена данного бомбера 3300 рублей. И вот он идет, видишь, с фуксией больше и с сиренькой. Следующая, вот эту вот модель еще хочу показать девочкам. Все же, как всегда, не успеваем. Но здесь уже, смотри, велюрчик уже, да, это уже можно прям на зиму, да? Накладную. Можно даже в этой куртке сверху без рукавку. И конечно, и можно еще ходить и октябрь, и ноябрь. Я думаю, ты видела, какая она теплая. Тоже здесь подзатягивается. Могут девчонки свободно носить. Накладной вот такой джинсовый карман. Ну, без бусинок, без тразинок в этом сезоне прям никак нам не жить. И расцветочки. Вот он идет, смотри, в зелени, в фуксии и вот в такой сиреньке. Сейчас я покажу. И вот такая вот сиренька, да, тоже очень красивая. Угу. Можно луки поделать. Ну, я девочкам сейчас покажу. Оль, и смотри, какая тоже очень классная штучка пришла.
смотри, какой бомберок. Он тоже прям зима-зима, тоже можно на жилетку. И одел, и пошел, да. Такое букле, кенгурушка, такая незначительная, размерная сетка 48-54, и цена 3300 рублей. Оля, мы здесь тоже, по-моему, цену не сказали, 3300 рублей. И здесь у нас в этой модели, значит, я вам расцветки сейчас покажу. Фуксия, зелень и вот такой шоколад. И, Олечка, покаместь можно девочкам сделать, например, лук. У нас же штанишек очень много, да? Да. И вот, к примеру, можно вот сделать вот так лук, да? Это будет тоже очень красиво. Да. То есть у нас с любыми брючками можем подобрать и верх, и низ, и не только так. Можно, например, вот так вот еще с водолазкой, да? Uh-huh. И это будет тоже очень красиво, к примеру. Но это я покажу девочкам дальше. Следующая моделька у нас вот такие водолазочки. Девчонки тоже очень классные. Под любые штанишки. Я дел и пошел. 48-54 размерная сетка, 2500 рублей. Ну, это, Олечка, на сейчас. Эпатажик на сейчас. Да, 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 да. И вот, вот такие еще. Тоже 48-54. Тоже вискозочка на сейчас. Сзади вот такая полосатая спинка. Цена тоже 2500 рублей. И сейчас еще покажу вот такая штука, прям классная. Смотри, здесь сетка-сетка. Угу. Спереди видишь, как комбинация. Угу. С одной стороны идет трикотажик, а с другой стороны сетка. Здесь размерная сетка 48-52, цена 2500. И расцветочки. Вот такая сиренька, вот такой лаймик красивый и фуксийка. Тоже очень красивая. Так, Олечка, ну что, мы девочкам верхушки показали. А, еще забыла показать. Для нелюбителей страз, да? Вот, пожалуйста, у нас есть толстовочки. Толстовочки здесь двухнитка идет, 48-54 размерная сетка. Они у нас, Оля, идут, смотри, в принтах, да? В разных принтах, вот какой я показала. И вот, смотри, здесь еще есть укороченный вариант. Который удлиненный вариант, размерная сетка 48-54 и цена 2200 рублей. Расцветок, Оль, и розовый, и шоколад, он, смотри, и серый, и белый, какой хочешь. И есть укороченный вариант 2100 рублей, но здесь размерная сеточка, ну, 46-50, да, и тоже идет в расцветочках. И еще, Оль, хочу показать девочкам всеми любимого Микки Мауса. Его цена 3300 рублей. Видишь, здесь прикольные полосатые рукава. Сзади написано Микки. 48-54. 3300 рублей. И Микки Маус этот идет вот так вот лайм с оранжем. И вот видишь, больше розового и фуксии. И тоже у этого Микки можно комбинировать, пожалуйста, с любыми брюками. Оль, ну и давай девочкам быстро, наверное, покажем брюки. Да, так. Да, первая моделька, вот такую я хочу показать. Они всеми любимые, Оль, полномерные, полнопосадочные. Катон идет здесь со стрейчиком. Угу. Понимаешь, очень удобно. Это лампас сбоку идет. Идут в расцветках. Цена 2700 и размерная сетка 48-58 включительно. И расцветки фуксия, красный, оранж и зелень. И еще они идут белые с зеленым. Так, следующую моделечку тоже хочу девочкам показать, тоже всеми любимая. Вот такая. Здесь размерная сетка с 32 размера по 40. Это все отстегивается. Мишки. Это для тех девчонок, кто не любит, знаешь, стразы, ярко. Ну, не все же любят стразы, правильно? Кто-то любит что-то попроще. Стрейчик также присутствует, что очень хорошо. Тоже полномерные, полнопосадочные, Оль. И если на русский, потому что я сказала 32-40, ну пойми, что я сказала, да? То есть это с 48 по 60 включительно. Да, по 60, я же обещала, что же. Я сдержала свое слово, да? И смотри, вот они идут в каких моделях. Пусть девчонки успевают скринить, да? Вот такая модель. Потом смотри, потемнее моделька также по 60 размер. Потом смотри, какая, Оль, красивая. Цвет красивый, необычный. Вот смотри, с потертостью, да? Угу. Очень красивый цвет. То есть
Не в каждой модели, да, встретишь вообще такой цвет. У нас вообще этот цвет, вот честно, только в этой модели. Здесь тоже по 60 размер. Вот эта вот моделька. Здесь уже кто любит, знаешь, что-то поинтереснее, что-то поприкольнее. Пожалуйста, тоже. Тоже по 60 размер. И вот эта вот моделька, она идет тоже у нас по 60 размер. И сейчас еще покажу модельки. Я вот показывала, что сказала тебе, цвет очень интересный, да, необычный. Вот еще подобие той модели. Тоже кто не любит просто без ничего, да. И здесь вот уже придумали в этом сезоне с таким необработанными краями, да, с одной стороны и с другой стороны. Тоже идут в размерах. И здесь тоже размерная сетка, 5 размеров в этой модели. И тоже по 60 размер. Еще из этой серии, которая по 60, вот такая вот моделька. И по 60 идет еще вот такая вот моделька. Видишь, вроде бы-то ничего такого здесь нет, да, сверхъестественно. А снизу вот так вот они сделали, то есть подворачивается. И здесь вот такие надписи, да. С одной стороны оранж, а с другой стороны вот такая бирюза. Ну и джинсы все, которые я показала, 2700. Да, хорошая цена. Вообще хорошая цена. Следующая моделька. Вот у нас тоже прикольная. Вот такая прошла. Но здесь уже, Оль, без стрейча. То есть, понимаешь, да? И здесь размерная сетка в идеале, скажем, 48, ну, 52 максимум. Потом у нас тоже очень всеми любимые, да? Мы их получили уже на повтор с вот такими вот надписями. Джинсы здесь тоже, скажем, стрейча нет, да? Здесь размерная сетка тоже будет у них 48-52. Ну и, как я и говорила, да, мы можем комбинировать, пожалуйста. Вот у нас, допустим, есть сиренька, да, здесь. Да и во многих моделях, да, где есть или сирень, или фуксия, я показывала. То есть можно, пожалуйста, скомбинировать. И тоже можно сделать луком, а можно приобрести отдельно. Джинсики вот эти вот стоят 3000 рублей ровно. И вот они еще идут в фуксийке. А фуксию можно скомбинировать то же самое. Например, вот так вот, да, как я показывала, подходит и очень хорошо смотрится. И любые штаны, то есть мы можем подобрать верх и низ без проблем. Потом всеми любимая еще модель покажу. Олечка, вот. Здесь оно, видишь, как вот идет джинса с... со стрейчиком и с вискоской чуть-чуть. Они тоже полномерные, полнопосадочные, манжетики. Это вообще мы уже получили на повтор который раз. Их просто все любят. Накладной здесь карман. Очень классная. Цена 2600 рублей. И они у нас есть в оранжевом цвете. И я еще покажу, у нас есть они в зеленом цвете. Покажу девочкам чуть позже. И вот такая вот моделька тоже. Смотри, интересная. Здесь имитация кармана, надписи без стрейча, они на манжете. Цена данной модели 3000 рублей. И, Олечка, не все живут. И да, уже все, мамочки. И сейчас покажу, Олечка, бегом девочкам. Не все живут, правда, ведь на югах, да, кто-то и на севере. Кому-то уже нужна альпака. Ну, честно, Оль, ну вот это вот вообще просто супер. Это альпака, они идут в размерах, размерная сетка 48-58, и я тебе быстренько покажу модели. Смотри, вот такой мишка, вот такая надпись, и еще есть и в белом цвете, и цена 3200 рублей. Девчонки, я цены называю розничные. Здесь будет 48-58 включительно, 58, они в размерах, да. Вот такая вот. Смотри, тоже моделька, новинка этого сезона. И что у нас еще есть? И вот тоже, о чем я говорю, тот, кто не любит, скажем так, ни стразы, ни буквы, ничего. Вот, пожалуйста. В общем, на любой вкус. Цена 3400 рублей. Они полномерные и полнопосадочные. И под них также мы можем подобрать, Оль, вообще любую модель. Ты сама видела, я показала, верхушки, низ. То есть вообще... луками можно сделать, да, то есть, пожалуйста, девчонки, подберем по цвету, дополнительно пишите, звоните, мы вам все подскажем, расскажем, дополнительное фото сделаем, присылайте свои замеры, делайте скрины,
мы вам всегда ответим. Номера телефонов указаны ниже под видео. Там еще будет, Оль, по-моему, ссылка на телеграм-канал, да? Да. Вот, в телеграм-канале, девчонки, в этом просто невозможно все показать. Видите, Оля мне сказала: Юль, все, прекращаем, да? Останавливается видео. Поэтому все я вам показать за один раз не могу. Девчонки, в телеграм-канале вы увидите все расцветки, все модели, все, которые новинки поступили. Там у нас есть и распродажа, распродажный товар есть. Поэтому вы это можете все там посмотреть. Поэтому смотрите, пишите, звоните. Мы, девчонки, отвечаем, и мы на телефоне 24/7. Поэтому, пожалуйста, ждем ваших звонков. Спасибо вам за комментарии, спасибо вам за просмотры, за лайки. Хорошего вам дня и всего самого доброго.